Лены по проекту. Карта, мы сейчас провели анализ со спутника. Здесь не отмежован земельный участок. Да, то есть должен быть отмежован. Опять же, да, то есть без документов на землю вообще сюда попасть не может. И торги по аренде. Документы на землю по земельному кодексу. У вас ни договор аренды, ни право собственности не может быть оформлено, пока земельный участок не поставлен на кадастр. Просто если делаете, то делайте в рамках закона. Так, у них задача это сделать очень быстро, чтобы успеть освоить деньги. Да, сейчас идет горячка, чтобы у строителей деньги не забрали на медицину. В этих условиях это крайне вероятно. Дайте деньги на медицину. Ну, понятно, да, из-за коронавируса сейчас вопросы увеличения финансирования по здравоохранению стоят достаточно остро. Ну, сейчас вопросы нам задают, почему там начальник ОВД, да, по общественному порядку Сергей Александрович Липов здесь каждый день. Вот, тоже хотят проверить его. Нет, смотрите, представители полиции присутствовать могут, да, так же, как и мы. Да, мы в этом праве не ограничены. Другое дело, чтобы сотрудники полиции поддерживали законность и предъявляли, такие же требования они предъявляют нам, они такие же требования предъявляют строителям. Да, то есть у строителей должны быть надлежащим образом согласованные документы на производство строителей. А правильно понимаем, ордер у них есть на время награждения в виде забора в АТИ? Ордера нет, у них сдано только уведомление. Сам ордер они не получили. Уведомление достаточно? Как это называется? Кто получил? А у них все документы на ОДМС, то есть у них из всех документов, ну, то, что было вчера, это тот же самый комплект, что и сегодня, пока просто не показывали. Это все документы на управление дорожным мостовым строительством. То есть связи с радоном просто нет никакого. То есть это подрядчик, то есть это Дарья Москва? Ну, объяснение давать пришел, я так понимаю, представитель Радона, да? Да. Но все документы ОДМСовские. Пойдемте обратно. Понимаем, полиция тоже документы проверяет. Пойдемте там комментировать. Да, мне это не имеет. Уведомление. Да, опять уведомление. С туалетной бумагой. Под громкие оглушительные аплодисменты. В очередной раз это и будет. Проводим. Все, еще раз пожалуйста. Кстати, полиция спокойно обходится вот так вот, заходит за, ну, за оцепление, все проходят вообще. А, нет, там много раз. Что они здесь стоят, непонятно. А документы все на ОДМС, на чисто строительные работы, но то, что вчера мы видели, в общем. Ну, мы эти вещи, в общем, знаем. Ну, что ж, у меня с документами есть такое сложно. Сейчас мы, я сейчас по статьям по... Говорит, нарисовано, вот здесь надо забор поставить. Ну, а Михалыч, ну дайте им поставить здесь забор. Ну, пожалуйста. Распечатали в интернете бумажки, где границы забора. Давайте поставим забор. Давайте я нарисую бумажку.
А, это, говорит, техническое задание. Вот такое техническое задание, план строительства забора и так далее. Ларис, ну после помойки.